Добрый день, друзья! Отвечаю на комментарии. Я опубликовал видео, где показал очень быструю технику поддержания нормальной функции шейного отдела. Ее придумал Чекуров Юрий Валентинович. Я испытал, действительно работает, поделился, пользуйтесь. Техника занимает всего несколько секунд. Там два движения, получается, одно подбородком, другое руками, там лопатками вниз. Человек пишет очень сложно. Знаете, в таких случаях хочется спросить, а можете привести пример, а что же для вас, ну, посильно, так сказать, легко? Ведь там просто бери, включай видео, повторяй, если тебе это нужно, естественно. Берешь и повторяешь, несколько раз повторил, все, делаешь. Я специально в своих роликах даже остеопатические техники стараюсь их адаптировать, чтобы повторил любой желающий. И именно в этом и ценность. И человек пишет сложно. Даже для своего здоровья, ну зачем это же он посмотрел, значит есть какие-то проблемы в шейном отделе, что-то притянуло внимание. Мне, честно говоря, сложно понять. Слава Богу, еще в раннем возрасте я услышал такую фразу, и хорошо, что она, как говорится, запала в душу, я взял ее на вооружение, что если ты будешь делать, или заниматься теми делами, вещами, практиковать, которые большинство людей считает или очень сложно, или не хочет этим заниматься, ты через какое-то время будешь иметь то, что эти люди не имеют. И действительно в жизни так и происходит. Возьмите человека, у которого, ну, который сидит постоянно, допустим, жалуется на жизнь, у него ничего не получается. Большинство для него, что ни покажи, ой, да это сложно, это уже не стоит этим заниматься, это уже пройденный этап, у него на все есть свои оправдания. И вот хочу очередной, основной посыл этого видео. Постарайтесь посмотреть на жизнь, на свое поведение по-другому. Поверьте, вы от этого только выиграете. Всего доброго и будьте здоровы!